В чем проявляется? Проявляется в том, что будет трудно в отношениях, напряжение будет. В этом проявляется. Я просто вам говорю о том, что астролог – это тот, кто видит ход времени. Вы не видите ход времени. У вас в деятельности хорошо, хороший период. В личной жизни трудности. Я бы сказала наоборот. В личной жизни все хорошо, а в деятельности, наоборот, у меня непонимание. Ну вот это означает, что вы не видите хода времени. Это мое утверждение. А вы посмотрите дальше, кто прав, кто нет. Поэтому если человек не видит, как течет время, он не должен заниматься астрологией. Или он должен научиться видеть ход времени. То, что вы говорите, это 3 месяца назад было. А вот сейчас период другой идет, и он влияет вот так, как я сказал. То есть в деятельности будут улучшения идти, трудности в личной жизни. Не то, что плохо, трудности будут. В виде усталости в отношениях, какое-то напряжение будет какое-то в отношениях. И это будет длиться где-то 1-2 месяца, потом закончится. Это вот и есть астрология, понимаете, когда ты видишь, как течет время, влияние времени на человека, как течет. Но если ты этого не видишь, а видишь только карту, то это самообман и обман других людей.